Велиеси, Господи, и чудны дела Твоя. И не единожды слово довольно будет пению чудес Твоих. Ты, бо Бог сый, неописанный, безначальный же и внезглаголанный, пришелости на землю зрак раба прием, подобие человечеством быв, небо терпелось и владыка, милосердие ради, милости Твоя, зреть от дьявола мучего рода человеча, но пришелось и спасал, еси нас. Исповедуем благодать, проповедуем милость, не таим благодеяние. Естества нашего рода освободилось, девственное осветилось и утробу Рождеством Твоим. Вся тварь воспевает Тебя, явшегося. Ты, бо Бог наш, на земле явился еси, из человеца пожил еси, Ты, иорданские струги, освятил еси, с небесе ниспослав святаго Твоего Духа, и главы там, гнездящихся, сокрушил еси змеев. Ты, убо человеколюбче царю, прииди и не наитим святаго Твоего Духа, извети воду сию. Ты, убо человеколюбче царю, прииди и ныне наитим святаго Твоего Духа, и освяти воду сию. Ты, убо человеколюбче царю, прииди и ныне, и даите святаго Твоего Духа, и освяти воду сию. Сам и ныне, владыка, освяти воду сию Духом Твоим святым. Сам и ныне, владыка, освяти воду сию Духом Твоим святым. Сам и ныне, владыка, освяти воду сию Духом Твоим святым. Даже бывшим прикасающимся ей и притекающим и мажущимся ею освящение, здравие, очищение и благословение. Спаси, Господи, и помилуй великого господина и отца нашего, святейшего патриарха Кирилла, и господина нашего, высокопреосвященнейшего митрополита Илариона, первого иерарха Русской зарубежной церкви, и господина преосвященнейшего епископа Николая, и сохрани их под кровом Твоим в мире, покори им всякого врага и супостата. Даруем сия же ко спасению прошение.